В столице стартовало одно из самых значимых событий в мире казахстанской медиасферы. Форум «Астана Медиа Уик» собрал представителей средств массовой информации, международных экспертов и других представителей индустрии. В течение двух дней участники будут слушать спикеров, обмениваться опытом и устанавливать профессиональные контакты. В мероприятии приняли участие и сотрудники нашего телеканала. Даля Насипова расскажет подробнее. Новая реальность, новые медиа. Тематика шестой астанинской недели акцентирована именно на цифровом контенте. Инстаграм, ТикТок, Ютуб. Без них уже невозможно представить ни одно СМИ. У телеканала Алматы ТВ в Ютубе сегодня 1 000 000 подписчиков. По словам генерального продюсера Ралиды Мукановой, останавливаться на этом команда не намерена. Тем более есть что показать зрителю. В этом году создали 26 собственных проектов, из них 11 сериалов. Сейчас мы большое внимание обращаем на диджитал-контент, посвящаем ему очень большое внимание, поскольку у нас в перспективе, чтобы все-таки наш сайт, YouTube, социальные сети жили как-то отдельной жизнью. Сегодня казахстанские сериалы пользуются спросом и за рубежом. По словам министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана, отечественная киноиндустрия выходит и на рынок соседней страны. У нас есть обмены очень много. Мы же близкий народ. А насколько популярны вот эти сериалы казахстанские в вашей стране? Очень популярные у нас казахские. Мы 2-3 года назад там некоторые сериалы были перевод на кыргызский язык, и мы показывали. О стремительном развитии социальных сетей говорит и казахстанский министр. Дархан Кадырали уверен, будущее за соцсетями. Буквально полмира используют телефоны. К примеру, только за последний год 424 миллиона человек создали аккаунты и зарегистрировались в соцсетях. Это более 1 000 000 новых пользователей в день. В первый день Астана Медиа Уик прошли панельные дискуссии. Своими идеями и мастерством с участниками поделились журналисты, блогеры, СММщики и медиа-эксперты. В рамках медиа-недели пройдет форум клуба главных редакторов, региональных СМИ, дискуссии и мастер-классы. Завершится насыщенная программа торжественной церемонии премии «Уркер» за лучшие достижения в области печатной, радио и интернет-журналистики. Далее Насипова, Данияр Умар, Ренат Утеев, телеканал «Алматы», Астана.